Надо торопиться. Оставаться на чеку. Кто это? Я теряю время. Должно быть, Гулий привлек труп женщины, а смерть ее, скорее всего, наступила из-за содержимого этого флакона.
Они отказываются меня впускать. Меня, члена клуба алхимиков, геомантов и пиромантов. Какой скандал. А ты вроде адекватнее того троглодита. Я Калькштейн, алхимик, изобретатель. Берегись! Ты наш ведьмак. Тебе надо было оставить Саламандр в покое. Этот мост станет твоей могилой. Стоять! Я ни в чем не виноват, не надо! Естественное наращивание мышечных тканей. Что это было? Если бы я, как ученый, не знал, что это невозможно, то сказал бы, что это были собаки-мутанты. Боюсь, это возможно. Альбедо? Да, это выход. Я прекрасно знаю, что именно послужило причиной этих событий. Ламберт! Эскель! Весемир! Я должен был их оставить, спасать фильтры и реторты. Уничтожение химеры заняло много времени. Слишком много, чтобы не дать Саламандрам украсть алхимическое оборудование. События развиваются. Уже начались эксперименты. Собаки — это только начало. Если бы я решил последовать за Трис, все было бы по-другому. Это самое меньшее, что я мог сделать. Это я привел их сюда. Из-за того, что я сделал когда-то в прошлом. Если бы ты знал, к чему это приведет, ты поступил бы иначе? Нет, это было правильное решение. И я сумел справиться с последствиями. Я не удивлен. Я так и думал, что ты из тех, что никогда не оглядываются назад. Приходи в мою лабораторию в Изиме, если тебе понадобятся ингредиенты для зелий. Скидка гарантирована. До встречи. Не стоило тебе защищать старика. Он опять начнет молоть языком. Что? Старик все болтает и болтает. У меня от него голова болит. В следующий раз отгоним его камнями. Лучше его не злить. Он очень могущественный алхимик. Ну, капитан сказал, только по пропускам. Я знаю. Завтра я буду у мельничных ворот. Там буду стоять. Будет пропуск, ищите меня там. Ага. Я избавился от гулей в склепе. Вот спасибо тебе огромное, господин. Это вот месячное жалование. Эх, вот ребята обрадуются. Они хотели сокровища искать в склепе, попробовать одну из стен. Я нашел внутри свежий труп. Молодая женщина. Гули собрались к ее трупу. Ильза? Нет, не может быть. Я ее любил так сильно. Имени ее я не знаю. Видимо, она отравилась. Нет, нет. Эта злая карга отравила мою Ильзу, чертова сука, отравила Ильзу. Нет! Я сожалею о твоей утрате, но я должен узнать все о саламандрах. У них пропуска есть, да? Оставь меня. У тебя дурной глаз, ты приносишь черные вести. Сгинь. Не забудь сказать преподобному, что я помог тебе избавиться от этих гулей. Прощай. Ильза, любовь моя. Ильза,
любовь моя. Мне слишком мало платят за такую работу. Да как он посмел назвать нас бандой чокнутых старикашек? Я напишу жалобу. Что привело тебя сюда? Говорят, тебе нужна кровь гуля. А у тебя есть? Только деньги вперед. Кровь нужна мне для опытов. Альбедо? Да, это выход. Спать хочу. Эту формулу надо обдумать. Мне слишком мало платят за такую работу. Ильза, любовь моя. Какой скандал! Они в третий раз проигнорировали мой пропуск. Что привело тебя сюда? До встречи. Альбедо? Надо возвести больше алтарей вечного огня. Их огни осветят ночное небо и отгонят демонов. Мокро. Новое платье. Наверняка ростовщик. Прямо-таки. Этот мерзавец Микола опять свои руки распускал. Ведьмак, мой внук, умирает от чумы. Он ужасно страдает. Ты не проявишь милосердия, не поможешь ему. Что ты имеешь в виду?
Говорят, ведьмакам известен рецепт белой чайки, эликсира, способного облегчить страдания. Я хочу, чтобы мой внук умер спокойно, не мучаясь. Благодарю тебя, ведьмак. Надеюсь, этот эликсир поможет моему внуку упокоиться с миром. До свидания. Погоди. Преподобный отказался мне помочь. Я его кольцо украла. Может, тебе пригодится. Я вся промокла. Какая прекрасная девица! Какая красота способна... За погода. Дождь идет. Беля! Этот дождь перестанет. Дождь идет. Хочу выиграть. Чего ты хочешь? Я принес лепестки игольчатого мирта. Отлично. Теперь приготовим зелье. И как же оно готовится? Интересуешься тайнами ведьм? Я расскажу тебе рецепт, если поклянешься забрать его с собой в могилу. Клянусь. Наклонись поближе, слушай. Смешиваешь 2 унции трупного яда с горстью лепестков игольчатого мирта. Произносишь свое имя наоборот и 3 раза оборачиваешься через левое плечо. Плюешь в огонь и еще раз перемешиваешь зелье. Запутанно. Я всегда знала, что магия ведьмы слишком сложна для мужчин. Дай мне 2 минуты, и я закончу с зельем. До встречи.
Чертов дождь.